В Думе Сургута обсудили, как исполняются наказы избирателей. Одним из таковых является реконструкция участка Пролетарского проспекта от пересечения с Геологической до перекрестка с Югорской. В Департаменте архитектуры и градостроительства рассказали, что разрабатывается полноценный проект по реновации дорожной артерии. В текущем году работу над документом завершат. Станет известна стоимость обновления магистрали. Обсудили и ремонт проезда от Грибоедова 10 до привокзальной 18/3. Этот участок транспортной сети включен в перечень автомобильных дорог общего пользования распоряжением администрации. В департаменте городского хозяйства ответили, что ремонтировать можно будет только, когда улицу примут в муниципальную собственность. Тогда что мы принимали и включали в перечень автомобильных дорог? И третий момент. Департамент архитектуры и градостроительства пишет, что документация по планировке планируется к разработке МКУ УКС в первом полугодии. Какой планировки? Чего? Как объяснили в Департаменте архитектуры и градостроительства, все дело в проекте межевания территории. Он был разработан несколько лет назад, но требует внесения изменений. Они позволят зафиксировать юридический процесс образования земельных участков. В первом полугодии 2022-го такие правки утвердят, после чего поставят на кадастровый учет. Все это в конечном итоге позволит мэрии тратить на реновацию конкретного проезда бюджетные деньги. Данный проезд планируется включению в план работ до 2025 года, и точное время, и точный год мы определим на заседании комиссии с вашим же участием. Правовых оснований не делать там ремонт мы не видим.